Киргизская движуха. Да-да, да-да. Да он не хочет идти дальше. Едет человек, край далекий, ближний свет. Едет, едет человек, знойный день и лунный свет. Манит, манит нас рассвет, мой родной ночной Бишкек. Манит, манит нас рассвет. Мы уже приехали? Нет. Уже приехали? Нет! А теперь приехали? Да! Честно? Нет! Уже приехали? Нет, не приехали! Мы уже приехали? Нет! Поставила громко два стула и робко представилась Роза. И так меня к ней потянуло, как тянет поэта на прозу. Спросила, вам нравится? Ой, опять я. Просила сыграть на гитаре. И так меня к Розе тянуло, как в Томске тянуло к Тамаре. Два брата, и так меня прочь потянуло, как тянет поэта обратно. Берет во время съемки, засовывает язык. Я думаю, ничего себе. Я ему говорю, вы чего? Кончился стоп-кадр. Я ему говорю, уйдите сюда. Чего вы себе позволяете-то? Я его вообще знать не знаю. Вот такая широкая морда. Урод. Противный. Берет, засовывает язык. Я говорю, с чего вы взяли, что так надо делать?